Игры Windows 7 для Windows 10. Приветствую вас. В этом видео хочу показать, как установить стандартные игры Windows 7, штатные, установить на Windows 10. Если вам интересны были игры, которые были установлены на системе Windows 7, установить точно такие же один в один на Windows 10. А также, если у вас по каким-то причинам на Windows 7 не работают игры Windows штатные. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Три проверенных способа включить. Первый способ, второй, скроллим ниже. Третий способ. И вот здесь кнопка «Скачать». Нажимаем «Скачать». Win7 Games, Win10. Сохраняю на рабочий стол. Правой кнопкой кликаем. Проверяем Zimana и на вирусы. Если у вас установлена Zimana, у меня бесплатная Zimana. При Zimana показала, вирусов нет. Открываем архив, и вот этот файл Windows 7 Games по Windows 10. Правой кнопкой кликаем по нему. Извлечь без подтверждения. Текстовый файл нам не нужен. Закрываем архив. Архив нам не нужен. Удаляем. И устанавливаем игры Windows 7 на Windows 10. На Windows 10 есть игры некоторые, но это совсем не то, что было на Windows 7. Если вы привыкли к играм Windows 7, это как раз то, что нужно. А это будет стоить 143 мегабайта на диске занятого места. Запускаем установщик. Окей. Ждем. Открывается мастер установки. Далее. Здесь выбираем, какие игры нам нужны. Если не нужны какие-то игры, галочки снимаем. Нажимаем установить. Здесь обратите внимание, галочку снимаем. WinAir, AdWicker нам не нужен. Это плата за бесплатность. Снимаем обязательно галочку и нажимаем готово. Иначе он вам установится на компьютер. И заходим в пуск. Здесь выбираем Games. И вот раскрываются все игры, которые мы установили. Шахматы. Можно нажать Game Explorer. Можно использовать рекомендованные параметры. И вот здесь игры. 11 игр. Шахматы и пасьянсы. Паук. Косынка. Два раза кликаем. Уровень сложности. Описание игры. Щелкните. И так далее. Спайдер Солитер. Все работает. Описание игры и так далее. Солитер. Или пуск. Games. И здесь вот выбираем шахматы. Червы, описание игры и так далее. Интернет-шашки. В общем, все прекрасно работает один в один, как стандартные игры Windows 7. Кому это нужно, скачивайте. Работает все прекрасно, без вирусов. Только в конце там нужно будет галочку снять, как я показывал. Установщик нам не нужен, мы его удаляем. Пишите замечания, пожелания, вопросы в комментариях. Ставьте лайк или дизлайк. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.